В ночь на 18 августа жилые районы Горловки вновь подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Ориентировочно стрельба велась САУ калибром 122 мм. Журналисты газеты «Горловка сегодня» побывали на месте обстрела. Один из снарядов попал в крышу частного дома по улице Елены Колесовой, другой – в огород дома напротив. По данной улице повреждено минимум 6 жилых домов. Люди не пострадали. В момент попадания находились дома? Дома мы с мужем находились. Он был на кухне, кухня у нас не пострадала, она пристроена, и мы это... А я вот там на кровати лежала, телевизор включен был, вышла, думаю, что он там, ну, пора уже там отдыхать идти или как, что. Ну, и только вышла, и как... Я не поняла как-то, ну, все непонятно было, что у нас случилось, я поворачиваюсь, дым на чердаке, возгорание было... Сразу там немножко кричу, может, мы еще и горим добавок. Давай быстрее лестницу, в воду там залил. Ну, там немножко, оно же нам провода отрубило от столба, все. Так что, ребята, да. Вот. Есть еще какой-то где-то, да, что надо было в это время встать с кровати и выйти со спальни в другую комнату. Все вывезли все. Штукатурку, все, с хаты. Вот это вот. Порошенко большой привет передайте. Угу. И в ножки ему поклониться, что он тварь это делает, чтобы ему это все вернулось 10 раз. Украинские военнослужащие минувшей ночью обстреляли территорию Горловской шахты имени Румянцева. Зафиксированы повреждения зданий. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР. В ночь с 17 на 18 августа 2016 года, приблизительно в час ночи, произошел артиллерийский обстрел поверхности шахты. В том числе, как мы видим, центральной подстанции «Узловская» 35 киловатт, которая питает наше предприятие. Ввиду попадания в трансформатор номер 2, шахта была обесточена, в шахте было застигнуто 3 работника водоотливного комплекса участка МАЭС. В 6 часов 30 минут дежурная бригада РС была задействована в ремонте масляного трансформатора. Благодаря слаженной работе в 7:35 появилась возможность подать напряжение и выдать людей, застигнутых в горных выработках, из шахты. Ну, как вы сейчас видите, в дальнейшем продолжается ремонт масляного генератора и линии 35 кВ, питающих шахту. Ну, в ближайшее время работники РЭС обещают нам подать напряжение. После этого мы запустим вентилятор главного проветривания, проветрим горные выработки после длительного простоя и займемся восстановлением работы участка водоотлива. Поселок Зайцево также подвергся обстрелу этой ночью. Повреждены частные жилые дома. Снова со стороны Украины сыпались 152-я, 120-я. Есть очень много повреждений, прямых попаданий, а также осколочных. Мирно-10, героическая 149, рыбалка 120, прямые попадания в крышу. По улице Полетаева, Карбышева, там осколочное попадание. По Есенина легло около 10 снарядов. По улице Лациса около 20 снарядов. С 15 августа на площади Победы собрались жители города Горловки, чтобы принять участие в школьной ярмарке. На ярмарке представлен широкий ассортимент канцелярских товаров, детской и подростковой одежды, а также сладости и прохладительные напитки. При поддержке городской администрации творческие коллективы подготовили для присутствующих концертную программу, которая включила в себя как хореографические, так и вокальные номера. Открывал данное мероприятие исполняющий обязанности главы города Горловки Иван Приходько. Как вы знаете, сегодня мы пережили очередной обстрел. В городе стоит более 80 подстанций трансформаторных, практически вся Никитковка обесточена. Очень много приходов в жилой сектор, слава богу, никто не погиб. Но мы продолжаем жить, мы развиваемся, мы готовимся к очередному школьному сезону. Сегодня мы открываем ярмарку, и этим лишний раз мы доказываем, что нас не сломить, и мы будем жить и развиваться. Всех с праздником!
Будь в курсе последних новостей, подписывайся на наш канал «Горловка сегодня» в Ютубе, а также на наши соцсети.